Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как выставить температуру автозапуска сигнализации Starline A91. Установка производится с помощью брелка сигнализации и сервисной кнопки. Всего можно выставить 4 варианта температуры: минус 5, минус 10, минус 18 и минус 25 градусов. Сначала расскажу, как это выполняется. Для начала нужно нажать 6 раз сервисную кнопку при выключенном зажигании. После этого включить зажигание, последует 6 звуков сирены. Затем нужно войти в режим программирования температуры посредством нажатия сервисной кнопки 4 раза. Каждое нажатие будет сопровождаться звуковым сигналом. Затем нужно брелком выставить необходимую температуру. Кнопкой 1 выставляется температура минус 5 градусов, кнопкой 2 минус 10 градусов, кнопкой 3 минус 18 градусов. Длительное нажатие кнопки 1, затем кратковременное нажатие кнопки 1 выставит температуру минус 25 градусов. Теперь покажу наглядно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поворачиваем ключ зажигания. Слышим 6 звуков. Затем еще 4 раза, чтобы войти в режим программирования. Раз, два, три, четыре. Так, дальше брелком нажимаем третью кнопку. Все, выставляется режим минус 18 градусов. Затем нужно выключить зажигание для того, чтобы функция запрограммировалась. Так, теперь проверим, что же у нас получилось. Минус 18 градусов.